Мы должны ежегодно ремонтировать текущим ремонтом, то есть скрывать верхнее покрытие и укладывать новое, минимум 12% дорог. И капитально ремонтировать со сменой, с заменой коммуникаций, которые в неудовлетворительном состоянии под дорогами, с заменой основания дороги, порядка 8%. На совещании, которое прошло в понедельник, я объяснил Евгению Владимировичу тяжелое состояние улично-дорожной сети, неудовлетворительное, 65% у нас недоремонт дорог. Понятно, что в этой ситуации каждую весну мы все больше и больше ям имеем на улично-дорожной сети. В этой ситуации он подтвердил, что выделяется дополнительно городу 700 миллионов рублей на ремонт дорог. Также была им поставлена задача приступить уже в этом году, он планирует довыделить денег на начало строительства развязки объездная Амундсена после окончания, а мы в этом году должны закончить московская объездная. И он предложил в этом году приступить к работам по реконструкции по Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского, для чего выделяется дополнительно 100 миллионов рублей. Ну, прямо скажем, эта новость нас сильно порадовала. Сегодня даны все задания по формированию дефектных ведомостей, по формированию сметы. Будем готовить конкурсную документацию по ремонту дорог на еще дополнительно 700 миллионов рублей. В целом, на этот год у нас планируется порядка миллиарда рублей на ремонт дорог. Ну, конечно, это не очень большая сумма. Мы сможем за эти деньги отремонтировать порядка 6% дорог города. В неудовлетворительном состоянии, конечно, сегодня значительно больше дорог, чем мы сможем отремонтировать.